когда вы думаете, у вас по-другому смотрится, а когда начинаете работать ногой, забываете про локоть. И забываем про руку, это очень важно. Чуть-чуть согнутый, но вот, отлично. Нога проходит, то есть это все очень мягко и плавно. Искусство, оно есть воображение, представление. Вот, и зрителю будет интересно смотреть на то, что у вас внутри. Будьте всегда здоровыми и выступайте всегда на сцене, и будете всегда хорошими. Девочки, спасибо.